Не могу не вспомнить еще одного человека, с которым мы учились в театральном институте. Это Михаил Евдокимов. Ему в этом году исполнилось бы 60 лет. Вот. И сегодня присутствует просто наши однокашники здесь, в зале. И я летом ездил в село Верхобское на стадионе. Собирается все больше и больше народу. В этом году было уже 40 тысяч. Огромный стадион в деревне там. Я раньше боялся туда ехать, потому что там в каждом дворе наливают белого вина. Я говорю, что это за белое вино такое у вас тут, какое-то французское. Это самогон, оказывается. У них называется белого вина. Выпил. Вот. Я боялся прям, думаю, как пойдешь по дворам, там плохо. А потом все-таки приехал все равно. А он такой безалаберный, Миша-то. Я говорю, а где разместиться-то? Он говорит, да где хочешь, там и размещайся. Все, вот дом большой. Где лежишь, там хорошо. Ну это еще ладно. Я утром встаю, он, значит, это, пельмешки делает. Сделал 15 штук. Бросил в кастрюльку. Я говорю, а что ты так мало, 15 штук-то? Он говорит, это я себе? А я говорю, а мне? Он говорит, так налепи себе, да ешь. С другой стороны, человек, он был упорный, и когда мы после банкета очередного, после сессии курсового спектакля, отслушав гимн Советского Союза по радио, шли к метро, то он всегда шел со своей скоростью. Как-то кто-то убегал вперед, кто-то отставал, а он как шел, так вот и шел. Потом, в конце концов, все вокруг него и соединились. Печально, конечно. Я не буду петь песню «Мужик», потому что очень она тяжелая. Я ее, когда писал, подумал, как ее петь-то буду. Вот. Более ранние, более светлые есть воспоминания, когда мы с ним еще... Когда он все время говорил, что он может сказать человек без прописки. Жить было негде. Мы шли по вечерней Москве, валил снег. И думали мы, два таких парня, а переночевать негде. Я все это вспомнил, и есть песни, которые тоже в новом альбоме. Просыпаюсь улыбаться. Что-то опять не мочь, бодро куранты бьют. Два паренька сквозь ночь по маховой бредут. В огнях Кремля синяя стынет мгла. Столько в Москве жилья и нет своего угла. Это в юности нам все кажется, настоящая жизнь борьба. Только позже потом все свяжется, как решится тебя судьба. Много прошло с тех пор, в дружбе, когда клялись, из Воробьевых гор молча смотрели вниз. В клятве соврать нельзя, был так закат Вишнев, просто не дать не взять Герцог и Огарев. Это в юности нам все кажется, настоящая жизнь, борьба. Только позже потом все скажется, как решится тебя судьба. Все, чем горел пылом, не позабудется, даже когда потом многое сбудется. Вот ты придешь, и не единожды многого не поймешь, если не знал нужды. Это в юности нам все кажется, настоящая жизнь, борьба. Только позже потом все свяжется.